Türkmen, Uygur, Tatar, Azer bir boydur. Kara, Kalpak, Kırgız, Kazak bunlar bir soydur. В этот раз мы вам расскажем о провинции Турции Кахраманмараш. На юго-востоке Турции находится город Кахраманмараш, центр одноименного Ила области. Занимает равную территорию на подножье горы Восточный Тавр. История города начинается в 1000 году до нашей эры. Первоначально в римский период, а затем в византийскую эпоху город назывался Цезария Германикея. Нынешний Кахраманмараш зародился в 17 веке на расстоянии 18 километров от территории старого города. До 1973 года именовался Мараш. Затем к названию было решено добавить слово Кахраман, что в переводе означает герой. Высокий титул был получен за победу в битве с французским легионом во время войны за независимость Турции. Кроме достойного звания, город был назван
награжден медалью за независимость. Главной исторической достопримечательностью древнего Мараша считается цитадель, возвышающаяся на холме в центре города. Среди старинных мечетей города есть здания, построенные в 15-16 веках. Численность населения Кахраман-Мараша на сегодня около 2 миллионов человек. В провинции есть такие города, как Афшин, Андырын, Чаглаян-Джерит, Экинёзю, Эльбистан, Гёксун, Кахраман-Мараш, Нурках, Пазарджик, Тюркоглу. Над городом нависает длинная гора высотой в 1,5 километра. Кахраман-Мараш стоит на большой равнине и развивается именно с одной стороны горы, а не на равнине. Сверху гораздо красивее вид, и ветры лучше дуют, когда летом жарко. Город стремительно растет на глазах, строятся новые многоквартирные жилые дома. Где новый Мараш, а где старый, хорошо видно с неба. В центре города есть холм с аккуратным парком среди остатков крепости. Имеется обзорная площадка и небольшой музей родного края. Для прогулки по Марашу не нужно иметь с собой запаса воды. Часто стоят краны с питьевой водой, в среднем между ними не больше 500 метров. В Мараше весьма низкая преступность. На ночь у лавок не убирают выставленные овощи и фрукты, только прикрывают их. Можно зайти в магазин, оставив открытыми ветровые стекла в машине. Страна древних традиций. Как и 100 лет назад, местные жители развивают и популяризируют народные промыслы. Мараш и жизнь кипит. Посуда. Такая посуда была широко распространена во времена Османской империи. Сегодняшние мастера изготавливают медные изделия в лучших древних традициях, но немного проще в плане внешнего вида.
Во время Дарданельской операции Первая мировая война большинство военнослужащих турецкой армии использовало уставное холодное оружие – сабли и штык-ножи. Но турки глубоко чтят свои традиции предков. Многие солдаты и офицеры турецкой армии имели сильные семейные военные традиции, когда их отцы, деды и прадеды служили и воевали за свою империю. Вместе с семейными традициями передавалось и оружие отцов, дедов следующему поколению турецких воинов. Отметим, что такая же традиция существовала и в Российской империи, когда казаки использовали оружие дедов. Это было почетно, престижно и вдохновляло воинов на подвиги и продолжение воинских традиций семьи. Кроме того, Кахраман-Мараш славится ювелирной промышленностью. Он занимает второе место после Стамбула по производству золотых изделий. Огромное количество разнообразных ювелирных украшений представлены в магазинах, бутиках и торговых лавках.
Экономика Кахраман-Мараша базируется на производстве мороженого и текстильной индустрии. В этом городе начинали свою деятельность многие крупные компании страны по изготовлению мороженого, известные далеко за пределами Турции. Мараш известен своим особым мороженым. На месте выяснилось, что есть несколько компаний мороженщиков, и они все делают один и тот же сорт именно маршанского мороженого. Различия микроскопические, тягучие, трудно режущиеся, на козьем молоке, с алепом, мукой из корней горного цветка, посыпанная зеленой фисташковой пылью для красоты. Фирмы стараются назвать так, чтобы последний слог был «до», от турецкого глагола «дондур» – «замораживать». Эдо, Агдо, Мадо, Мардо, Карпадо. В общем, чтобы поесть именно марашское мороженое, надо ехать даже не просто в Турцию, а именно в Мараш. В городе действует несколько предприятий по выпуску текстильной продукции. Кахраман-Мараш по праву считается одним из центров страны по выпуску текстиля. Хотите совет, что купить в Мараше себе на память о поездке в этот город или в подарок своим родным? Покупайте турецкий текстиль. Товары? Нет, текстиль прямо из фабрики. Турция – один из крупнейших производителей хлопка на континенте, поэтому здесь можно купить различные текстильные изделия по довольно приемлемым ценам. Если говорить об ассортименте, то он бесконечен. Во время встречи с президентом над текстиль Невзатом Топрак он отметил, что уже 5-й год в Бишкеке у них существует филиал и очень рад продолжить сотрудничество с кыргызскими братьями. Симпатим ve sevgim vardır. И своим опытом и знаниями готовы поделиться с кыргызскими специалистами. Beğendim. İnsanlarını beğendim. В Кахраман-Мараше находится также самое нелепое здание в мире – желто-красно-синее. Многие горожане считают, что надо разрушить его и построить новое, но его не разрушают из-за высокой стоимости.
19-этажное здание, построенное как бизнес-центр в Кахраман-Мараше, занимает первое место среди 290 тысяч результатов в поиске системы Google. Самое нелепое здание в мире. Здание было введено в эксплуатацию в 1994 году в районе Дулькадир-Оглу на бульваре Исмет-Паша Махалиси Кахраман-Мараш. Видно почти из любой части города это красно-желто-синее здание. Оно состоит примерно из 90 секций, имеет несколько офисов. Его планировалось продать за 28 миллионов лир в 2011 году, но этого не случилось, и оно было передано в собственность столичного муниципалитета Кахраман-Мараш. Внутри нового многоквартирного дома обувь снимается перед дверью в общем коридоре, потому что вообще ничего не воруют. Но и подъезд на кодовом замке. Дверь, напоминающая композицию Мондриана, типовая. У всех такие. Гостеприимство – это в первую очередь часть турецкой культуры. На Востоке у мусульман человек, пришедший в дом, считается божьим посланником. Турецкое гостеприимство действительно не знает границ. Традиция принимать гостей с радушием сохранилась и по сей день. Мы, побывав в гостях в семье Яшара Сагира, еще раз убедились в этом. Большую роль для турков играют семейные и родственные связи. Сразу собрались все родственники и близкие дяди Яшара. Несколько слов о национальном характере турков. Турки очень вежливы и обходительны. В трудной ситуации они вам всегда помогут и не оставят в беде. При встрече они всегда приветливы и радушны. Этикету придают большое значение. Турки очень хорошо относятся к людям, уважающим их традиции. Они очень ценят дружбу и ради друг друга готовы буквально на все. А если кто-то становится врагом, то это навсегда. Они в течение длительного времени не меняют своих взглядов и отношений. Огромное значение для всех турков имеет доверие. Они готовы отказаться даже от выгодных предложений, услышав нотки недоверия в свой адрес. Напротив, показывая доверие своему собеседнику, это накладывает на него чувство еще большей ответственности. Приглашая к себе домой, хотят выразить этим свое уважение и доверие к вам. Вот так нас пригласили в гости в семью Сагера. Добро пожаловать! Рады принимать вас в доме моего сына Джингиза. Он уже несколько лет тому назад возглавляет филиал текстильной фирмы «Нет Текстиль» в Кыргызстане. Мы сейчас собрались у него дома. Счастливо жить без семьи невозможно. Какие бы ни были радости или трудности, если есть семья, человек защищен во всех отношениях. Семья – это крепость. Несмотря на то, что сын пока живет и работает в Бишкеке, всегда связываемся с ним. Вы спрашиваете, а какие кахраман-марашцы? В обществе принято считать, что добрые и справедливые люди живут счастливо. Мои горожане то же самое. Живем мирно и дружно. Приезжих у нас нет, все местное население. Вы знаете, что большая часть переселенцев из Сирии отправилась в Турцию, которая с самого начала конфликта проводит политику открытых дверей. И последнее время у нас появились беженцы из Сирии. Каждый день угощаю детей сладостями. Они привыкли ко мне, с нетерпением ждут меня каждый день. Знаете, что наши предки обосновались в турецкой земле, переезжая из Средней Азии? Прошу передать мои наилучшие пожелания и приветствия кыргызстанцам, друзьям, сотрудникам фирмы сына. Пусть процветает Кыргызстан. Я молю Всевышнего Аллаха о том, чтобы укрепил веру и нравственность в наших сердцах, наставил на истинный путь наших братьев и сестер, даровал мир, дружбу, безопасность и процветание народу Кыргызстана. Thank you.
Haydi.